Спас и село Девица Семилупского района Воронежской области. 41-й год проклятый прогремел Медынова, на священный подвиг ратный поднимался стар и млад. Над Воронежем Девица на втором году войны на борьбу за синим фрицем встали строем. Мы все находимся под впечатлением от услышанного. Я знаю, что здесь очень много людей, которые переживали за это первое исполнение, и нет равнодушных в этом зале. И вместе с этим мне хочется сказать, что само музыкальное искусство, которое позволяет осмыслять наши душевные порывы, оно берет начало от слова, от действия, иногда от молчания. Вот знаете, есть такие дела человеческие, о которых лучше умолчать. А есть такие дела и подвиги, которые рождают музыку. И мы сегодня свидетели того, как незабытый и никогда не будет забытый подвиг наших предков, он родил сегодня музыку, которую продолжают исполнять на разных музыкальных площадках нашей страны. И я думаю, за рубежом. Не только музыка не оставляет равнодушным, которая сегодня исполнялась, но именно соединение высоких идеалов, которые мы здесь сегодня слышали, видели, вспоминали. Ведь когда-то наши деды и прадеды рассказывали нам о подвиге и своем, и своих друзей, однополчан. Да, как сегодня начиналось этот музыкальный спектакль, мы не видели войны, но наше сердце неравнодушно к тому, как наши дорогие, родные стояли на защите Отечества. И если дети могли тогда своим образом защищать страну, это означает, что они были воспитаны так, у них были такие идеалы и такие родители, которые смогли передать им самое главное. И вот, наверное, лучшим ответом и памятью для них это будет, если и наше поколение тоже смогут передать очень много важных жизненных ценностей, которые смогли бы нести наши дети, внуки и правнуки. И я благодарю и композитора, и дирижеров, и особенно оркестр, хор. Это прекрасное музыкальное сообщество, которое соединило многие города нашей страны, Отечества. Благодарю за это вдохновение и умение через музыку, через звуки, через слово передать то, что близко сердцу. И я верю, что такие замечательные концерты, спектакли, они будут и дальше вдохновлять и нашу молодежь, и взрослое поколение на новые свершения. Я думаю, что каждый, вдохновившись от этих замечательных музыкальных произведений, найдет теперь, что сказать ближним. Некогда унывать, некогда останавливаться, надо созидать. Потому что те, кто положили душу свою за нас, они хотели, чтобы мы жили, жили счастливы и созидали. И частичку этого счастья сегодня
передали нам наши замечательные гости и исполнители. Я благодарен вам и хочу, чтобы это прекрасное единение сохранялось и дальше. Поэтому Тольятти всегда гостеприимен и радушен для любой музыкальной красивой составляющей, для тех, кто не хранит в сердце своем творческие таланты, а старается перед этим людям. Я благодарю всех вас и многое благое лето по-старому, как говорили по-русски, я желаю вам и многих плодотворных успехов на музыкальном поприще.